Друзья, всем привет! Я Fix Price на Индустриальном 34 и Энтузиастов 33. Это город Санкт-Петербург. Посмотрим новинки. Также, напоминаю, есть у меня телеграм-канал. Кому интересно, проходите по ссылочке в описании, подписывайтесь. Ну и в Fix Price появились вот такие красивые бутылочки. Это мицеллярный мусс для умывания, розовенький для интенсивного увлажнения, глубокого очищения. Зеленый, себорегуляция, баланс и также глубокое очищение. 150 мл, 149 рублей. Увидела новый гель для душа, Акс, такой стильной черной упаковки. Аромат очень приятный, тут кедр, пачули и апельсин в составе. Цена 249 рублей за 400 мл. Новая линейка для мужчин, вот такие лосьоны после бритья. В составе тут витамин С и пантенол для увлажнения и защиты. Синенькая с магнием и пантенолом также в составе. И есть вот такие бутылочки. Цена 79 рублей. Продолжение линейки. Вот такие тюбики. Это гель для бритья. Скольжение обещают гладким. В составе магний, пантенол, витамин С и также мультиминеральный. Объем 120 мл. Цена 79 рублей. Рядом антиперспиранты 174, 50, 99, 79, гели для душа по 59 рублей. От Nivea вот такие крошечные новинки. Это очищающий гель для сухой кожи. В составе тут мед и объем всего 50 мл. Крошечный 149 рублей. Также есть от Nivea антиперспиранты по 149 рублей. От пропеллера средства. Большой выбор дезодорантов разных ароматных. Тимоти мужской 149 рублей. Прохлада и свежесть аромат. Такой выбор на энтузиастов 33. От Белла новые ватные диски с экстрактом алоэ. Показывала вам с женьшенем. Такие же появились в другом магазине. А здесь вот с алоэ. 69 рублей. Зубные пасты от Сплат тоже новинка. С разными вкусами. Экстра свежее дыхание. Есть с заботой о деснах. Вот такие сиреневые тюбики. Ультразащита от кариеса. Объемы разные. Есть побольше, есть поменьше. Цена, соответственно, 99 и 149 рублей. А вот такую новинку привезли. Ранее они уже были. Снова подвезли. Такие роликовые массажеры для тела, для лица. Они деревянные. Пока что ценника нет. Дальше вот такие вот чесалки по 99. Массажные роллы есть. Небольшие ролики массажные для ступней, для рук. Гантели по килограмму. Есть и розовые, и синие. 249 рублей они стоят. Массажный коврик. Тут имитация камешков. Видите, такие пластмассовые штучки объемные. Коврики игольчатые 40 на 50 по 249 рублей есть. В общем, выбор тут большой, это все энтузиастов. Смотрите, может быть, кто-то что-то искал, забегайте. Тапочки есть 300-400 рублей, вот эти вот со скидкой 199 рублей. Теплые носочки все больше появляются в продаже. Вот такие вот объемные, мягкие. Подошва у них с резиновыми пупочками противоскользящими. 299 рублей стоит. От Зове есть последники женские, 10 пар 99. Появились продажи от Конте. Вот такие гольфы, 2 пары 124 рубля. Пряжа объемная, мягкая, уютная. Тут 100 грамм, 40 метров. Это полиэстер для вязания игрушек, я знаю, берут. Ну, можно шапочку себе теплую, шарфик связать. Приятные оттенки. Есть поярче, есть менее яркие. Цена 124 рубля. Ну и рядом, смотрите, большой выбор пряжи. Есть вот такая петельками, тоже для шарфиков, я знаю, берут. Ну, есть менее объемная. Ценники также видно, смотрите. Новые расчески с ушками и с хвостиками также сюда поступили. Пластмассовые, разноцветные. Цена 149 рублей. Складные расчески, компактные, там же зеркало внутри, с картинками, красивые, с блестками, детям точно понравятся такие. Да и не только детям, удобно в сумочку положить, много места точно не займут. Посмотрите, какие они разные, красивые. Цена 124 рубля. Есть новое в отделе для кухни, вот такие формы для выпечки силиконовые, но они очень мягкие. Я вот сейчас подумала, скорее всего, они пригодятся для электрогриля. Они как раз с такими ушками, с ручками удобно будет вытаскивать. И диаметр 20 сантиметров. Думаю, что отлично подойдут. Что-то запекать, что-то готовить в аэрогриле. Самое то будет. Вот ценника пока что не было. Так что обращайте внимание. А вот такие вот приборы для кухни. Силиконовая серия. Приятной расцветки, неяркий, бежевый, серый.
Мятный цвет, тут ложки, лопатки, щипцы, кисточки. Цена 83-87 рублей. Смотрите, вот эти ложки очень удобные, большие. Я уже две штуки себе такие покупала в Fix Price. Они, конечно, со временем окрашиваются, но очень удобны. И мешать ими, и накладывать. Сердцевинка у них пластмассовая, а снаружи силикон, мягкий, не будет ничего царапать, очень удобно. Привезли интересные коврики преддверные. Видите, у них такой объемный рисунок. И интересно они тем, что их можно вырезать по желаемой форме. Видите, размер у них не маленький, 70 на 120. И можно вырезать, если у вас какая-то дизайнерская задумка, может быть, какие-то углы. В общем, есть инструкция. Смотрите, цвет коричневый, серый, черный. Цена 249 рублей. Вот такие небольшие преддверные коврики поступили, 40 на 60 на прорезиненной основе. Серые, коричневые, черные. Ну, их часто завозят. Неплохие коврики. 149 рублей цена. Снова завезли вот такие длинные щетки для уборки на толстой крепкой ручке. Длина 105 сантиметров. Они телескопические. Я себе взяла, наконец-то, синенькую. В прошлый привоз я как-то пропустила. В этот раз взяла. Универсальное средство для уборки 9 в одном, содержит активный хлор для сантехники, для душевых кабин, для обработки унитазов, ванную можно чистить в кухне. В общем, хлор содержит, так что имейте в виду. И вот такой зелененький еще есть также 9 в одном. Это также с хлором, подойдет для напольных покрытий. В общем, наверное, по свойствам, в принципе, они одинаковые. 69 рублей цена. Вот это 10 в одном средство подвезли также для сантехники, для ванны, для туалетов, для прочистки труб. 79 рублей. Есть белизна 79. Можно ткани отбеливать, можно плесень убирать, сантехнику, трубы чистить. 79 рублей. Новые мусорные пакеты, особо прочные. 35 литров, тут 20 штучек. Называется неон. Цена 99 рублей. Выбор мусорных пакетов Fix Price большой, есть и с ручками, есть с завязками, разные объемы, даже есть ароматизированные. Цены на пакеты хорошие. А вот такую новинку распаковывали в отделе с одеждой. Это свитер, кофточки такие с длинными рукавами для детей. Сшиты необычно, покажу вам дизайн. Вот так вот сшита горловинка, модно, стильно. По низу также сделано, как будто бы двухслойно, как будто бы снизу что-то еще надето и выглядывает. В общем, модно, стильно, современно. Что-то тут еще пришита какая-то штучка. Сделаны из хлопка, есть разные расцветки. Но вот пока ценника нет, их только-только выкладывали. Тоненькие кофточки как раз на теплую осень подойдут. И размеры на младших школьников, вот такие цвета, и мальчикам, и девочкам. Новинки в игрушках, магнитный пазл, раскраска. Тут 88 элементов. В составе тут виниловый магнит и в комплекте есть маркер. Можно собрать всю коллекцию, огромный выбор картинок. Размер пазла 32 на 52. 299 рублей цена. Алмазную мозаику подвезли, 900 страз, 3 картинки в наборе. Наборы там и для мальчиков, и для девочек есть. Огромный выбор картинок. 149 рублей. Подвезли книжки новые, вот эти для малышей, такие толстые картонные странички, все как надо, крупный шрифт, яркие картинки, в общем, для самых маленьких. Цены я не увидела, но я думаю, что до 100 рублей они будут стоить. Выбор огромный, тут и репка, и теремок, в общем, такая классика, лесные стихи, малышам понравится. Опять появились продажи IQ-блокнотики, очень удобные, маленький формат, с собой брать в автобус, даже в поезд, куда-то едете, ребенка вот занять, там разные задания. Есть, я так понимаю, и на русский язык, и на английский мы покупали, когда мои дети были маленькие. Интересно, разных заданий много, 79 рублей, наверное, стоят, с ценниками тут не очень понятно. Смотрите, какой тут огромный выбор. Нашла еще новинки. Вот эти вот книжки тоже толстые для малышей на разные темы. Они там еще так интересно раскладываются, странички. То есть получается формат в два раза больше, по-моему. Да, вот каждая страничка раскладывается в два раза. Яркие картинки. Тут, видите, тут разные темы. Я иду в детский сад, я в лесу. Вот таким образом они раскладываются.
В описании написано, что есть еще окошки. Я, честно говоря, так сходу не увидела. Но думаю, что все есть, все как заявлено. Цена 199 рублей. Симпатичные книжки. Друзья, на этом пока что сегодня все новинки. Буду заканчивать обзор. Спасибо вам за просмотр, за внимание. Не забывайте подписываться на Telegram, кому интересно. Там формат такой попроще. Картинки, какие-то маленькие кусочки видео. Просто что-то интересное свои покупки показываю. Проходите, в описании есть ссылочка. Ну и спасибо вам за внимание. Всем отличных, веселых выходных. Всего хорошего и пока-пока.